Добрый день, друзья. А мы в саванне. Идут. Бегут. Лес твой белый какой. Мы что там, чапы? Созвы. Ага. Ой, ой. Красиво. Так. Вообще не привет. Вообще никакой не привет. И хорошая. Хорошая, иди дальше. Вот мясо, бери мясо. Вот. Как-то и не мясо, как... И ты добрый вечер. Ты реально не... Да, и пришел. Что делается? Что делается? Это ж до чего у нас дошло? Хороший, где ссадина у тебя? Откуда ссадина? Давай помажем ссадину сперва, а потом получим кусочек, да? Ты мой хороший. Боже, когда такое было? Вот он, бери. А что ж такой скромный взял кусочек? И где твой специальный сосед? Брат, да? Брат? Вот. Сама с тебя испугалась. Ох, фонтан какой. Даже ухом не повел. А куда девочка делась на всякий случай? Чтоб... Ага. Чтоб понимать, откуда прилетит, если что. А то как-то она ко мне неровно дышит. Вернее, к моим лишним килограммам. Не, ну так бежали, я думала, вы сейчас прям накинетесь на мясо. Где еще один? Ну вы посмотрите, белый лев. Как меняется характер. Это не первый, не последний раз, когда у львов так меняется характер. Чем взрослее лев. Ой, боже, директор. Как я вам в новом образе? Хорошо в саванне, как в магазине. Можно приодеться. Приобуться. Сменить имидж. Полностью. Да. Олег Алексеевич, вот смотрите, белый лев, да? Вот с возрастом, смотрите, мы не раз наблюдали, как они меняют характер и поведение. Сегодня просто дал погладиться. Помните профессора Преображенского, друзья? Еда, да, великая штука. За еду, понимаете, он же понимает, что где-то мясо. Будет брыкаться, мясо не получит. А тут он покорность проявил и получил кусок мяса. Он уже опытный. Время идет, опытный, понимает, что можно тапком получить, а можно мясо. А можно мясо. Поэтому, ну, мне бы хотелось у него ссадина, помазать его, но сейчас уже он с мясом. А это он и без мяса-то не очень у него характер. А с мясом так вообще. Щука, вся надежда у меня на тебя, ты знаешь. Если что, буду прыгать в воду. Не смотри на меня, я не отбираю. Саванна еще зеленая. Хотя уже конец августа. Здесь возле фонтана, говорю, саванна зеленая, хотя конец августа. А что ж не идет ваш друг? Говорю, не идет белый за мясом. Там есть, друзья, чуть-чуть выросла амбрузия. Олег Алексеевич знает все места, где она может вырасти. И поэтому всегда вырывает. В парке нет амбрузии, поэтому и аллергикам, и всем дышится легко. Что там?
Кто там? Чук. Где? Кто-то что-то идет, я не вижу. Вроде бы никого. Вон сколько амбузи. Целый пучок. Там директор нашел очки. Рядом лежит шляпа. Добрый день. Ага, я и смотрю к ним и иду. Не знаю только, как вы будете ее доставать, потому что на меня идет лев. Подождите. Вот. Не за что. Олег Алексеевич, иди сюда. Я такая, иди отсюда. Ой. Ну, не знаю, друзья. Зная характер этого льва, идет, рычит, если он дастся, не дастся. Ну и щука на всякий случай. Кепит. Да, оно пощипывает хорош. Чуть-чуть. А, не ругайся. Скажи, ну я тебе пел сколько мог. Щука. Кипит. А тут спрятался, чтобы не достали его мазать. Будем считать, что ты напугал директора, и будем считать, что директор испугался. Так. Ну, где-то дрался, дырку сделали, но она чистая дырка, но все равно чем-нибудь спрей, чтобы он там явно не может залезать себе достать. Тюка! Ой! Ой! Ладно, мы поехали, молодежь там. Так, а белого не будем искать? Или хотел бы, пришел? Можем поехать. Куда он? Уделся. Иди сюда, иди, красавица, так. Иди за добавками, скорей. Иди сюда. Вот, Алексеевич, иди сюда, я такая, ну, иди подвод. Отсюда. Давай, иди. Иди. Давай. Пошла. Хорошая красиво девочка. Пошла. Ого, это так понесла.